Сегодня это Лариса, когда скинула, хочу поделиться, свидетельство. А, не читала? Короче, там они, передача была. И там, значит, и там исцеление провозглашали. То есть, и там, говорит, получилось слово «делай то, что исцеление ты не можешь». Прошло, да? Ты не можешь. Нет, там не так было. Там не коленки, а там, ну, он за зубы, за все говорил. Там, вроде, я так понял, главная мысль была «делай то, что ты до этого не мог делать». И она, короче, стала делать. Я, говорит, взяла, говорит, а мне до этого Виктор говорил, ну, ты, говорит, поприседай. А у меня, говорит, коленка, мы как раз запишем, тоже передадим это. И там, и, говорит, просто, говорит, такая острая боль бывала, иду, что, говорит, аж нога подпрыгивала от боли. И, значит, я, говорит, три раза присела, что ли, и, говорит, раз, боли нету. И говорит, только, говорит, это напряжение, говорит, ну, в мышцах, а, говорит, боль ушла. А тут Юра-то вот как раз скидывает там целое этот послание. И, говорит, там, говорит, это такие слова есть. Это, то есть, говорит, если есть что сказать, то скажи. Потому что, говорит, ну, как бы сказать, вовремя надо, потому что приходит время, когда уже, ну, это как бы прошло мимо, тем более, вот, ну, как бы сказать, в пророческом служении. И она говорит, вот поэтому я свидетельствую. Вот она пишет про это, что я, говорит, это такое, ну, благословение получила. Поэтому, говорит, делюсь с вами, свидетельствую. Там, говорит, за зубы молились. И там она, в общем, за нас молилась, за свои зубы, верила в эти процессы, что, говорит, все уходит, и зубы растут, и кариеса нет, и так далее. Поэтому что вот такое благословение. Аминь. Но я что хотел? Знаете, я мне позавчера сон приснился. Такой, ну, что-то так запал. Короче, объяснить все в деталях не могу. Значит, там, ну, вот как будто наш круг такой, да, и в этом, как бы, круге мы кого-то вроде бы, как бы, ну, приглашаем, и вроде как некая такая зависимость от этих людей, вот как мы, вот, допустим, привыкли, давайте кого-то пригласим, там, высвободят силу и так далее. И даже не могу объяснить, через что высвобождалась эта сила, но через каких-то людей мы как бы такие сильные становились, крепость. И вот как бы бывает сегодня, о, надо куда-то, ну, поехать, кого-то пригласить, чтобы нас здесь это взбодрили и так далее. Это я уже так, ну, сам добавляю. Но в этом сне вдруг появляется как бы из нашей среды какой-то человек, ну, мужского рода. И у него там что-то получается, каким-то образом он это высвобождает. И его зовут Тамбень. Я такой, у меня во сне это Тамбень. Вот, сейчас опять вот выложу, скажут, вообще это Ярослав поехал, короче. Вот так. Это как мы разговаривали там с некоторыми. Говорит, вот когда же ты, говорит, не говоришь, как получил, то, говорит, люди, смотри, нормально все принимают. Как только начинаешь говорить, как ты все это получил, то это, ну, все, странный какой-то становишься. Это. Тем более Тамбень. И я, короче, Тамбень. И знаете, вот когда ты вот со сна дрема уходишь, и Тамбень. И я, короче, мне надо запомнить, Тамбень. И я, короче, просыпаюсь и даже записываю, Тамбень. Начинаю смотреть, что такое Тамбень. Знаете, куда выхожу? Выхожу, короче, то ли португальский, то ли нидерландский какой-то там акцент, там еще плюс какая-то ангола и так далее. И там, короче, одну песню, помните, песня там «Генералы песчаных карьеров» есть там. И, значит, и там такой перевод идет, и думаю, что к чему эта песня, ну, слышал там «Генералы песчаных карьеров». А там, короче, по их языку идет, потом по-английски и по-русски, как это, ну, как бы звучит. И вот этот Тамбень появляется. И я как бы смотрю, а там такая песня о том, что товарищи мои, ну, вернутся там с похода, там они за рыбой там ездят. И как бы слово получается тоже так же, как бы вот такой Тамбень тоже так же. И думаю, чё к чему, тоже так же, ладно бы там слово какое-то, а тут какая-то частица. И вот так. И у меня, короче, ну, как бы не отходит это.
Я говорю, Господи, но сила высвобождается. Уже с женой делюсь, говорю, то есть, понимаете, из нашего круга, а вот высвобождение силы, какой-то вот такой пророческий портал, открытое небо. И потом, а может быть, это ангел, говорю, с именем Тамбень, аллилуйя. Потому что сегодня так смело обо всем говорят, вот как бы сказать, вот к вам приходил ангел Тамбень, а вот ко мне приходил. И вот этот Тамбень, а Ларисе-то начал говорить. А у меня как бы, думаю, а что в этом, ну, послание, пакете есть, вот, чтобы, ну, как бы, чтобы это проявилось. Точнее, более-менее, во всяком для меня понятнее стало. И, значит, Псалом 131, там, где этот Псалом восхождения, где я раньше вот так сильно получил и как-то делился тоже с вами, как бы некий такой вызов и ревность. Там Давид говорит о том, что я, говорит, хочу, чтобы место покоя Господь нашел. И я даже спать не ложусь, говорит, и переживаю за это место покоя. То есть у меня, говорит, есть дом, а у тебя, Господи, есть дом. То есть, казалось бы, ну, глупо, да, как у Бога там дом. А вот именно то переживание, Богу нравилось это сердце. Что надо же, говорит, у меня, говорит, все есть, по сути. Даже я тебе дом дал. Но ты переживаешь вообще, я-то где нахожусь? К примеру, тот, кто тебя кормит, а ты еще и говоришь, а вообще, ты сам-то кушал, я тебя тоже накормить хочу. Это я помню, когда в армии служили, и там у нас этот комбат, был один, потом вот генерал там приезжал на проверку и тоже говорит, положите мне, говорит, ну я тоже поем, как бы это, а почему солдат? Там у нас мышление такое, тут как бы нас бы накормить, это они должны за нас переживать, а вроде бы как бы своему комбату даже предложить не можем. Вот Давид тут такой был, и там он пишет такой вызов: мы слышали о тебе в Ефрафе, мы нашли тебя на полях Иорима, и там и у меня это вот такое как откровение пришло. А вот это вот мы на позапрошлой, что ли, вот именно тоже встречи с вами говорили о том, что где-то там чудеса происходят, где-то там Бога видели, на какой-то конференции там и так далее. И он говорит, Господи, найди место покоя твоего. И вот как раз вот тоже такие у нас слова вызова были. То есть вот, допустим, как бы приезжают проповедники. Вот у нас там, мы там были, у нас там этот исцеление получил, там это все сделал. И ты как бы слушаешь, да, круто, мощно, такой, парень или там женщина такая, но вот здесь вот сейчас, как бы сказать, сделайте чудеса, знамения, как бы, классно, что там вот почему-то вот здесь не происходит, хотя тут же человек, то же самое послание происходит. И это как бы определенный такой вызов. И вот я связываю вот эти вещи, сейчас смотрите, вот как бы с чем, то есть Тамбень тоже так же. Я прямо, у меня такое приходит, что как будто вот к нам послание такое идет, дорогие, вот так же, где ты читаешь то же самое, что ты слышал. Помните, Гедеону Господь пришел, ангел там, и он ему говорит, а где все чудеса твои, где вот эти силы, когда мы через Черное море переходили, когда, так ты благословлял отцов моих, и Бог ему не стал отвечать, он говорит, иди с этой силой. И поэтому я просто, вот знаете, вот это слово для меня как бы пришло тоже так же. И когда вот Лариса еще свидетельствует, вот коленка отошла, как будто мы много здесь чего видели в свое время, но пришло время, как бы сказать, другое, и точно так же, нужда есть, вот и Юра свидетельствовал, нам серьезно надо относиться к этим вещам, там, об исцелении, вот здесь, казалось бы, коленка, для кого-то это реальное чудо, для того, чтобы верить, там, дальше продолжить за зубы, за все остальное, потому что люди нуждаются. И вот у меня вот это слово, Тамбень, аллилуйя, поэтому, не знаю, как вы это представите, но пусть это будет наш ангел, Тамбень, или вот мы, имеющие в себе вот это слово Тамбень, тоже так же, как это в Библии, как это на полях Иорима, так же, как это, где он там искал Давид, он говорит, там я видел тебя, и там происходили чудеса, то есть найди, вот я просто молюсь, найди, Господи, вот здесь, на этом месте, в наших сердцах место покоя твоего. И вот у меня прямо такое, чувство такое умиленное в том отношении, что мы, как бы сказать, должны позаботиться, знаете, о чем? Вот, допустим, вот у нас есть дом, мы идем спать. И вот такое, Господи, вот мы, вот вчера суббота была, шалом, шаббат, сегодня мы вот тоже собрались, продолжение как этого. И, понимаете, вообще, а у Господа есть место покоя? То есть, вот, к примеру, вот знаете, вот как вот Татьяна Соловьева как-то написала там в чате о том, что заканчивается день,
И говорит, хорошо бы это вспомнить, все хорошее, там, подвести итоги в конце этого дня. И то есть ты, когда перед тем, как ложиться спать, или в течение этого дня вообще Бог наш нашел место покоя в тебе, или ты вот в этой суете, заботах, проблемах и так далее. То есть вот это как вот, знаете, гости приходят, а тебе не до них. Угу. А это же не гость, это же, ну, хозяин. Аминь. Аллилуйя. Угу. Поэтому вот, вот у меня вот в начале вот такая тема. Как бы тамбень, аллилуйя, ну а может быть лучше заполниться, тамбень, я 3 дня что-то это забывал, говорю, Свет, как там, тамбень, а там по-английски еще, по-английски тоже как бы там, тамбем, это, ну, тоже как песни, такое, ну, во всяком случае, с этими буквами английскими, что-то тоже зашел тамбем, и это тоже так же, частицы, которые с тех, из других языков, поэтому, и я прямо думаю, ну, аминь, Господи, пускай у нас будет тоже так же, как в Библии, так же, как с великими генералами Божьими. Пусть Господь найдет место покоя, приземлится, встанет на посадочную площадку. Аминь. Вместе с нами. Мы можем так же и тоже. А? Мы можем так же и тоже. Да? А, ну, это я так говорю. Я сразу это почему-то услышала. Мы можем так же и тоже. И почему-то, когда я тоже запила тамбень, у меня выдал Теберни Монтана. Уход в домашних условиях. Как? Уход в домашних условиях. О, как. Вот да, тоже то есть, связано, да, с домом, же, да? Первое, что пускай это не это слово, но опять-таки в домашних условиях. То есть то, что рождается. Да. И то есть у нас дома здесь точно так же. Тоже, потому что ну, должен вызов быть просто такой. Я прям, ну не знаю, как бы, я уже жене говорю, слушай, а может быть вот этот как бы молодой вот этот мужчина, вот этот, который, ну, так связан, может быть, он это. Но во всяком случае, это посыл сна был, что это есть внутри вот нашего круга. Вот что такое, внутри нашего круга. Вот эта сила, поэтому мы должны, ну, ревновать об этих вещах. Аминь, аллилуйя. Аминь.